Привет всем большим и маленьким любителям посылок из Китая. Сегодня ко мне пришли вот такие две плоские посылочки. В одной находится стекло защитное на какой-то смартфон, а во второй вот находится какая-то загадочная плоская вещица. Написано «нож-карта». Ну, хотя нож-карточку я, насколько я помню, не заказывал. Знаменитый товар, но я такую не покупал. Так, что это? Это не совсем нож. Ну да, в принципе, можно сказать, что это и нож в том числе. Вот такое вот устройство. Здесь описание, сколько здесь предметов. Ну вот, судя по всему, 11 устройств. То есть пила, открывалка, то, что вот узнаваемо. Вот с этой стороны острая грань. Вместо ножа можно использовать. Градусы, линейка. Вот эта открывалочка как раз вот она внутри. Для бутылок открывать. В общем, такая незамысловатая вещь. Действительно, нож-карта. Все без обмана. Так, и вторая посылка. Защитное стекло. Ну, я ожидаю защитное стекло на HomeTom и на Xiaomi. На Xiaomi Mi 4C. Посмотрим, что дошло первое. Для протирки устройства, для сбора пыли перед наклеиванием. Опа! Видите, как интересно. Чехло, это стекло, собственно, на Xiaomi. По форме сразу видно, что вот это вырез. Оно полностью разбито, вы видите. Вот так вот стекло защитно отрабатывает, если вы роняете телефон. Примерно так оно вот разбивается. Ну, очень плохо, в общем, послал продавец. Только вот в самой коробочке, на саму коробочку приклеил вот эту отправительную информацию с адресом. Вот, и стекло пришло вот в таком виде. Будем открывать спор на Алиэкспрессе и требовать вернуть деньги. Если понравилось данное видео, как раз данное видео мне поможет отсудить деньги за данный аксессуар. Вот видите, осколки выпали из него. Ставьте лайк, если было полезно. Если тоже задумались над съемками ваших распаковок, на всякий случай, особенно если какой-то товар хрупкий у вас едет, то не лишнее заснять, в общем-то, его распаковку. И данное видео может служить доказательством, что вы добросовестно вскрыли упаковку, а внутри товар был испорчен или не такого цвета, не такого размера и так далее. Вот. Ссылки на данные товары приведу в описании к этому видео. Если вы смотрите и любите смотреть распаковки разных товаров из Китая, то подписывайтесь на мой канал вверху вот здесь. Всем спасибо, всем пока!